Больничная койка вместо отдыха, швейцарский плен вместо дороги домой. Два ярославца сейчас не могут вернуться на родину. Причина – долг. Больше, чем в 500 000 рублей за лечение в швейцарской клинике. Еще почти 1 000 000 за специальный борт МЧС. Подробности семейной драмы узнала Елена Третьякова. На этих фото Лидия Константиновна Володина еще полна жизненных сил. Такой она была первые 2 дня путешествия по Европе. На желанную поездку накануне 80-летия женщина копила целый год, откладывая часть небольшой пенсии. И вот свершилась она с внуком в Швейцарии. Тогда никто из родных не мог и представить, чем обернется бабушкина мечта попутешествовать. На 3-е сутки вояжа пенсионерке резко стало плохо. Лидию Константиновну срочно доставили в госпиталь. Эти снимки оттуда. Женщина находится там по сей день. Родственники рады, что бабушка пошла на поправку. Единственное, что омрачает ситуацию – гигантский счет, выставленный швейцарской клиникой. Оказалось, каждый день лечение там стоит, мягко говоря, немало – больше 60 000 рублей. За 9 дней сумма превысила 500 000. Таких денег у нас нет. Мы даже не рассчитывали, что там что-то такое произойдет. Мы не знаем даже, куда обратиться, то есть кого просить помощи. У всех, кто выезжает в туры за рубеж, естественно, есть страховка. И у бабушки с внуком она тоже была. На каждого как раз почти 500 000 рублей. Однако во время обследования у Лидии Константиновны выявили рак. Женщина об этом знала, но чувствовала себя отлично. Тем более в страховой компании об этом никто не спрашивал. Узнав об онкологии, страховщики долго упирались, платить по счетам не хотели. Хотя бабушку лечат не от онкологии, а восстанавливают ей дыхание, что не нарушает страховой договор. После долгих переговоров страховая компания согласилась оплатить неделю лечения. Это почти 11 000 евро. За оставшиеся дни счет выставят родным. Я не готов сейчас ответить на ваш вопрос, поскольку он решается сейчас. Сейчас Лидия Константиновна чувствует себя лучше, но не настолько, чтобы перенести полет обычным самолетом. Чтобы живой долететь до родины, необходим специальный борт МЧС, а это еще 900 тысяч. Их у обычной ярославской семьи тоже нет. 23-летний внук Сергей сейчас живет в одной палате с бабушкой, спит на полу. Сбережения, взятые в путешествие, давно кончились. Сейчас его подкармливают русские эмигранты. Деньги на телефон кладут бывшие попутчики по турне. Когда бабушку вывезут домой, ему, скорее всего, придется остаться, как заложник, до перечисления платы за лечение. Мы очень скучаем по ним, ну там созваниваемся, мы очень переживаем за них, очень любим. Ну, я просто хочу, чтобы они знали, что мы их не бросим, и как бы я надеюсь на поддержку людей. Сейчас дочь и вся семья швейцарских заложников постоянно с ними на связи. Они очень переживают и скучают по родным. Надеются, что их история сможет предотвратить подобные ситуации с другими путешественниками. Помимо того, что это у нас с нами проблема такая произошла, могут люди другие попасть в такую ситуацию, чтобы они изначально знали, допустим, ну, или номера телефонов брали, куда можно обратиться в такой ситуации. Потому что же можно так получиться, ну, у любого человека. Информация для тех, кто хочет помочь семье, находится на сайте нашей телекомпании. Елена Третьякова, Михаил Орлов.